Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сегодня около 7 утра на 208 километре автодороги Белгород-Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии и свидетельству очевидцев происшествия, водитель микроавтобуса с пассажирами выехал на полосу встречного движения. Две грузовые машины, следующие навстречу, смогли уклониться от лобового удара. Избежать столкновения с третьим грузовиком, увы, не удалось. В результате трагедии погибло 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5 УК РФ. В настоящее время назначена необходимая экспертиза, ведется расследование.